Чем ближе открытие форума, тем активнее идет подготовка. Заполняется выставочная площадка, устанавливаются архитектурные макеты инвестиционных проектов. Апартамент-отель «Клифф» в миниатюре, 3 панорамных корпуса, бассейн, рестораны. Трехстороннее соглашение по этому проекту будет подписано завтра. В планах скрепить подписями договоренности как минимум по 11 крупным проектам. Накануне начала работы форума в Сочи прибыл глава Анапы Сергей Сергеев, осмотрел выставочный павильон города-курорта и экспозицию Краснодарского края, где в числе прочих районов и городов свои проекты представила Анапа. Заглянул Сергеев и к соседям, отметив форум – идеальная площадка для обмена опытом. Есть еще время решить организационные вопросы. Завтра – ответственный день. В этом году на форум мы привезли 32 площадки инвестиционно-привлекательные и 26 инвестиционных проектов. У нас сегодня здесь представлено 3 архитектурных макета. Мы представляемся на 2 экспозициях. Одна экспозиция – муниципальное образование Краснодарского края и одна экспозиция на стенде субъектов Российской Федерации. Сейчас проходит активная подготовка, прорабатываем подписание соглашений. Самый сложный, самый активный день – это у нас завтра, 19 числа. Мы планируем подписать 11 соглашений. Уверены, что у нас все получится, и мы привезем значительную сумму инвестиций в город-курорт Анапа. Рабочий процесс не останавливается ни на минуту, и постепенно выставочные залы обретают завершенный вид. В этом году Международный инвестиционный форум пройдет на территории самой большой конгрессно-выставочной площадки Краснодарского края в главном медиацентре. К событию приковано внимание сотен журналистов, новости из Сочи разлетятся по всему миру.